Дима, подойди сюда. Ну, я тут слушаю вас. Ты хочешь завтра сесть надолго? Зачем? Куда сесть? В тюрьму. Какую тюрьму? Завтра какой день? Ну, какой завтра день? 9 мая. Ну и что? И вы мне угрожаете уже? Я тебе не угрожаю. Так а что вы тогда хотите? Тебе 9 мая что-нибудь говорит вообще, нет? А что мне должны были сказать? 9 мая праздник, о чем тебе говорит? Ну, праздник открытия чемпионата, ну что, что дальше? А другой праздник? Ну, День Победы. Ну. Ты хочешь День Победы что-то утворить? Нет, а что я хочу утворить? Информацию ты хочешь что-то утворить? Что? Информация еще завтра что-то хочешь утворить. Информация была, что я и на День Воли якобы что-то хотел утворить. На День Воли это тебя подстраховали, а вот здесь же... Подстраховались, да? Вы тоже хорошо постраховались. Дима, тогда я тебя. Что? Не хотел закрывать или ты это знал? Я же вам доверился, протокол подписал, а вы меня обманули. Не я тебя обманул. Я тогда напечатал постановление на штраф, там расписался, помнишь? Да. А потом начальство РУВД, ну, с вашей подачки, потому что. Ну, вот это все с вашей подачки было. Что вы хотите, я не понимаю. Предостеречь тебя. Как? Закрыть обратно, да? Да. Нет, спасибо. Я так не хочу предостерегаться. Нет желания. И что ты будешь делать? Сидеть дома. Сколько суток? Сколько придется. Ну это же лучше, чем на сутках сидеть, правильно? Русские не сдаются. Чего не сдаваться? Ну еще чего? Что, я на дурачка похож, что ли? Ладно, все, до свидания, можете идти. Слышно. Что, для другая мне караулить меня под дверью? Ну вам по-любому прикажут меня караулить, какая разница? Что? Вам же по-любому скажут караулить, какая разница? Может пожалей меня открой дверь, да? А вы меня в тот раз не пожалели. Я тебя пожалел. Не пожалели меня в тот раз. Не. Вы меня в тот раз обманули, вот и сейчас тогда стоите. А теперь дома что ли? Какая разница, дома или нет? Что? На сделку пойдешь? А какая сделка? Меньшей кровью. Ну так а в чем она заключается? Mm? Ну а в чем она заключается? Ну ты все равно добрее. На меньшей кровью. Я вообще не хочу на сутки ехать. Mm-hmm. Так что не получится никакой сделки. Mm-hmm. Ну потому что я не хочу на сутки ехать, еще раз говорю. Я знаю ваши двое суток, как и в тот раз, ну. Дима, я тебя лично повезу. Ну и что, и там скажут обратно меня закрыть, ну. Если тебе дойдут больше двух суток, я тоже бы убежал, пускай не туда мозг принес. Не надо, я уже вам один раз доверился. Я бы меня уже один раз убежал, правда. Ну и слава богу, что убежал, все. Слава богу, что убежал? Да. Нет, не будем договариваться, так не пойдет, все. Нет, не будем ни о чем договариваться. Все, можете идти, реально. Ну, бессмысленно сейчас уже говорить о чем-то, ну. Если я сейчас с руководством переговорюсь на двое суток, то ты согласишься? Нет. На двое? Даже на двое суток, нет. Чтоб ты сам сел, пидорас.